Вот, я просто хочу сегодня представить находящихся здесь и собирающихся об этом событии поговорить. Это, ну, в данном случае, главный герой сегодняшнего дня – это Юра Михайлин, Юрий. Он и будет, собственно говоря, вести вечер, и будет говорить, и будет как-то представлять, модерировать его и так далее. Это дом-музей Пастернака, ну, я представляющий его, заведующий домом-музеем Ирина Рисанова. Это приглашенные гости, наш сосед по Переделкину, в том числе по ведущий научный сотрудник музея Чуковского Павел Крючков, и замечательная Анна Юрьевна Сергеева-Клятис, которая приходится таким большим другом нашему музею. И еще тут присутствуют люди, которые пожелали оказаться на этом мероприятии. По ходу дела, может быть, они даже захотят что-то сказать и представиться. Юра, вам слово. Да, спасибо. Будет здорово, да, если будут возникать вопросы или кто-то захочет вступить в дискуссию, потому что сегодня вот мы хотим поговорить и отметить такое, ну, не очень широко известное событие, тем не менее, кажется, что оно достаточно значимое для истории русской культуры. И вот сегодня мы немножко поговорим о том, что это было за событие, почему стоит сегодня про него вспомнить, какую роль оно сыграло в судьбах его участников. Сегодня, 11 февраля, столетие со дня Пушкинских дней 1921 года. По-моему, даже уже, может быть, 3 года назад в доме Пастернака это было, а не 2, когда мы там проводили такой первый Пушкинский вечер в памяти этих событий. Вот. А сейчас столетие, к сожалению, мы собираемся только онлайн. Хотя кто-то, я вижу, что ну, все-таки живьем встретился сегодня. Вот. И вот что это за дата? Сначала просто немножко про то, что это были за пушкинские дни. Это событие поражает своей странностью и контрастностью. В 1921 году в Петербурге вдруг проходит целая серия, почему называется «Пушкинские дни», почти целый пушкинский месяц, приуроченный к 84-й годовщине смерти Пушкина. Здесь странно, в общем-то, почти все. Во-первых, дата, да? 84 – это дни юбилея, ничего, не хватило 1 года. То есть почему они решили праздновать именно в этот день? Во-вторых, почему вообще это празднование? Ведь это отмечается смерть, а не рождение. То есть обычно больше принято что-то, какие-то праздничные торжества связываются с датой рождения. А люди, которые устраивают эти события в 21 году, связывают с смертью Пушкина. В-третьих, сама дата, потому что не попадает в настоящую дату, потому что стиль сменился, вот стиль, ну, датировка, да, недавно перешла, и они еще не успели сориентироваться, назначили на 11 февраля, хотя должно быть 10 февраля эти торжества. И вот в воспоминаниях один из участников, Владислав Ходосевич, тоже отмечает, что странно, что назначили на 10-е. Они на 10-е, а на 11-е. Вот, то есть не попали ни в точную дату, не попали ни в какое, это не круглое число, ничего, и решили отмечать смерть. Вот почему. Кроме того, поражает размах этих торжеств. На фоне 21 года, достаточно такого уже тяжелого, голодного времени, вдруг люди организуют не просто какой-то там пушкинский день памяти, а это целая серия вечеров, посвященных Пушкину. Их было, видимо, не менее 4, хотя точно подсчитать очень сложно. Вокруг них были организованы концерты, выставки, лекционная программа. Все это еще находило свое отражение в печати того времени. И по итогам всех этих событий осенью того же 21 года издается сборник, посвященный этим пушкинским дням, пушкинским вечерам. Вот, то есть вдруг неожиданно один из участников тех событий, который читал речь, Борис Баум, начинает свою речь словами «не случайно, хотя и внезапно начались у нас эти пушкинские вечера». То есть такое ощущение, что для них, для всех это стало неожиданностью, хотя они вот все включились в эту работу,
тогда и пытались найти в ней какой-то смысл, но все не ожидали, что эти вечера произойдут, и вот они произошли с таким большим размахом. Вот. Кроме того, когда мы читаем, и сохранилось очень много воспоминаний об этих событиях того времени, когда мы читаем эти воспоминания, это и дневники, которые писались прямо сразу, или же мемуарные очерки какие-то, некоторые написаны спустя там, десятилетия, например, как у Адоевцевой, спустя несколько десятилетий. Вот. Многие люди именно эти события почему-то описывают как очень значимые, чуть ли не одно из центральных событий такой вот культурной общественной жизни Петербурга 21 года. Вот. И тоже просто очень интересно, что такое там произошло, почему это оставило в их судьбах такой большой след. Вот. И чтобы сегодня, когда прошло 100 лет с этого дня, отметить как-то эту дату и собрать весь материал, который удалось вокруг этих дней изучить, мы придумали сделать такой сайт, так называется «Пушкинские дни», когда будет возможность демонстрировать экран, вот можно будет показать его на экране и подробнее посмотреть, из чего он состоит. Вот. Но просто несколько важных моментов, что ли, да? Эти дни происходили в Доме литераторов. Два слова про Дом литераторов. Дом литераторов – очень значимое место того времени. Это такой остров выживания литературной жизни того времени. Вот. По воспоминаниям Александра Пятиатрова, который написал большой очерк, посвященный Дому литераторов, вот, он пишет, что он возник как заурядная столовка, где просто писатели могли кормиться, и усилиями его организаторов, это три таких журналиста, публициста, Борис Харитон, Ирецкий и Волковыский, вот они из этого дома смогли сделать место, пригодное для жизни писателей, литераторов, поэтов. Вот. Но они придумали какие-то такие невероятные экономические и дипломатические усилия, благодаря которым этот дом смог жить, функционировать на некой даже чуть ли не самоокупаемости, позволял кормить людей, позволял давать кому-то кров, когда тем людям, которых негде было жить в то время, там они могли жить некоторое время. И они организовали очень обширную культурную программу, принимали за нее некоторую плату. В результате эти их вечера пользовались такой популярностью, что вот они могли даже платить небольшие гонорары людям, которые выступали там с речами. И пушкинские дни, да, они возникли как будто бы случайно. Замысел относится, видимо, к декабрю 2020 года. В декабре 2020 года, по крайней мере, Петлеровский предложил Блоку прочитать, выступить с речью на предстоящих вот этих пушкинских торжествах. И Блок принял решение подумать, что, ну, в общем-то, еще не согласился, но уже начал свою работу над пушкинской речью. Вот. То есть эти вечера были подготовлены в серии каких-то других литературных событий, но именно вот эта годовщина смерти Пушкина получила наиболее широкий отклик среди, видимо, вот, значимой части общества, вот этого литературы, вокруг литературного того времени, поскольку сам вечер, первый вечер, который получил большую популярность, был повторен как минимум трижды по воспоминаниям Ходосевича. Вот. Ну и они смогли даже на этом что-то заработать. И внезапно это событие стало таким центральным. Вот. У него было, как видимо, несколько задач, если говорить про, какие-то, не знаю, почему они вообще решили это организовать. Несколько уровней даже задач со стороны участников этих событий. Первое, может быть, можно было бы сказать, что со стороны Дома литераторов эти задачи такие экономические и, может быть, политико-дипломатические, что ли. Потому что, поскольку вечера пользуются популярностью, они их проводят, собираются этого некоторые деньги, вот могут функционировать таким образом. Что касается политических или дипломатических задач, тоже это для них было достаточно значимо, потому что на тот момент это отражено и в многих воспоминаниях, и в
тех каких-то заметках, которые остались от администратора, от людей, которые администрировали Дом литераторов, что, в общем, уже все чувствовали, что долго это все, скорее всего, не продержится, и пытались выстроить какие-то новые отношения с советской властью, объяснить им свою нужность, для чего они нужны. Вот. И в речах, которые там произносятся, вот эти речи, проведенные на сайте, отражен этот момент, что они пытаются таким образом как бы наговорить себе некое пространство существования и в том числе объяснить и каким-то представителям, по крайней мере, советской власти, что их существование в принципе нужно. Потому что вот в этих вот очень интересных очерках Амфитеатрова и еще второй очерк Ходосевича, все написатели, ярко выражено вот это положение, когда все они чувствуют некую свою бессмысленность, обреченность. Журналы и газеты, в которых они работали, закрыты. Они не могут никак почти заработать. Только, может быть, какие-то там гроши в всемирной литературе у Горького получают. Вот. Ну и вот влачат такое полунищенское голодное существование. Вот. На первое собрание, происходившее 11 февраля, были приглашены представители очень-очень многих официальных организаций Петрограда. Там были представители правительства, поэтому по итогам этого собрания они все подписали некую такую декларацию о ежегодном чествовании памяти Пушкина. То есть их идея заключалась в том, что сейчас вот мы соберемся и договоримся, что каждый год будем вспоминать о этом пушкинском дне. Вот, то есть это попытка наладить некие отношения с новой властью. Вот, это вот первые два момента. Но по ходу проведения этих вечеров их значение как будто бы разрастается, и, по крайней мере, еще два уровня такого значения, которое участники событий придали ему, мне кажется, можно было бы сформулировать. Один из них – это, можно сказать, некая возможность или пространство для самоидентификации, что ли. То есть, собравшись вместе, говоря о Пушкине, все они пытаются сформулировать, кто они такие, почему они еще здесь, чем они занимаются. То есть, отталкиваясь от имени Пушкина, формулируя свое отношение к нему, они как будто бы определяют, кто они такие, как некое сообщество, и существуют ли они как сообщество. Вот. Но это вот в воспоминаниях об этих вечерах это бросается в глаза, что это способ описания самих себя в том моменте и своего места в истории, в культуре. Вот. Но, кроме того, также бросается в глаза в этих воспоминаниях очень личный характер откликов тех людей, которые эти воспоминания оставили, причем на достаточно таком глубоком уровне. Начиная с Блока, что, видимо, очевидно, что отмечают, по-моему, все исследователи, роль этой Блока, пушкинской речи Блока и последних стихов Пушкинскому дому, написанные в эти же дни. Вот. И даже в воспоминаниях Адоевцева она приводит такую строчку, что, говоря о Пушкине, Блок говорил о себе. То есть это прямо для него как некое зеркало. Вот. Он эту всю тему воспринял очень лично. Но это относится и к всем другим, и к многим другим участникам, по крайней мере, о которых остались текстовые свидетельства. Вот. Например, о Мандельштам он никаких воспоминаний об этом, кажется, не оставил. Но вот такой исследователь творчества Мандельштама Ирина Сурат пишет про 11 февраля как важнейшее вообще событие даже в поэтике Мандельштама, потому что Мандельштам придумал в этот день, еще до пушкинских вечеров, служить панихиду по Пушкину в Исаакиевском соборе. И вот у нее есть очень интересная статья в сборнике Мандельштама «Пушкин», где она описывает, как такой навязчивый образ поэтики Мандельштама, похороны солнца, вчерашнее солнце. Вот объясняя, что это похороны солнца, это как бы непохороненный Пушкин, что ли. И для Мандельштама это как навязчивая идея.
И потом он организовал панихиду в Исаакиевском соборе. Почему там? Потому что, видимо, потому что изначально Пушкин должен был там быть отпет, но потом это же перенесли в другую церковь. И вот как только Мандельштам осуществил эту панихиду, этот образ вроде как исчезает из его стихов, то есть вот он чувствует некое исполнение долга перед Пушкиным. Вот. И очень интересные воспоминания об этом Ады Анашкович и Надежды Павлович, которые присутствовали на этой панихиде. Вот. Гумилеву не дали выступить на этом торжественном собрании, но он решил организовать что-то, как сейчас, ну, своего рода жест появления в фраке на этих вечерах. И тоже интересно, когда целый корпус воспоминаний так вот перекрестно просматриваешь, то видишь, что есть какие-то точки, которые вспоминают прямо большинство участников. И таких точек в этом торжественном собрании, пожалуй, три. Это вот Мандельштамовская панихида, гумилевский фраг, это появление. Оно как-то всех шокировало. Почему шокировало? Потому что никто не ожидал. До тот момент он был единственным человеком во фраке, к этому специально готовился. Более того, кажется, специально опоздал на вечер, чтобы войти как бы с шиком, чтобы быть замеченным, что вот он появляется там в этом фраке, как, ну, символизирующим и некое особое почтение, придающим особую торжественность, подчеркивающим значимость для него этого события. Вот. И, может быть, некое такое, ну, элемент своего рода сопротивления, что ли, что такие голодные какие-то уже подвержены разрушению времена, он находит фраг и все-таки приходит на торжество в нем. Вот. То есть это такое тоже своего рода высказывание, хотя и не словесное, но, ну, жестовое или полутеатральное, может быть. Вот. А что касается панихиды и такого личного восприятия, то в воспоминаниях Ады Анашкович тоже они носят такой оттенок, что вот она сравнивает это прямо с крещением. Она говорит, я крещена не только Божьим, но и пушкинским именем. То есть, ну, для нее это прям как вот второе такое. Есть крещение, просто крещение, есть крещение в мире культуры, что ли. И для нее там вот пушкинское имя тогда настолько значимо, что и это событие панихиды переживается ей в высшей степени лично. Вот, то есть это получается такой четвертый, что ли, уровень. Ответ на вопрос, почему они там собрались. Таким образом, они не только отвечали на вопрос, кто они как сообщество, но и кто они просто вот как они, то есть лично я. Кто лично я такой по отношению к Пушкину, к этому имени. Почему я сегодня здесь? Вот во всем корпусе воспоминаний как-то это бросается в глаза. Вот. Ну и сегодня особенно хотелось бы поговорить про двух участников этих событий, Корней Чуковский и Владислав Ходосевич. Вот. Поэтому, может быть, здесь бы стоило уже передать слово, а потом вернуться и рассказать, может быть, подробнее о каких-то еще деталях этих пушкинских дней 21 года. Может быть, можно сказать два слова. Почему же они решили отмечать, почему они выбрали тут именно День смерти? Кажется, это впервые именно началось с 21 года, хотя потом такое причудливое развитие приобрело и в... То есть то, о чем они мечтали, заключая эту декларацию, да, в итоге власти подхватили эту идею спустя, получается, в 35 году организовали такой всесоюзный пушкинский комитет, да, то есть спустя 14 лет эта идея показалась уместной в праздновании на всесоюзном масштабе. Вот. А изначально вот они придумали это там. И Кони, который был одним из активных таких участников этих пушкинских торжеств, читавший там речи, в своем слове на торжественном собрании сказал, что считает именно День смерти Пушкина днем вообще рождения русской литературы. То есть, что как будто бы, когда Пушкин умер, это и есть точка отсчета. Ну, потому что тоже вот он отмечает, смерть
то событие, которое больше всего отзывается в сердцах. И поэтому вот начало осмысления того, что это было, придание этого значения, именно он отсчитывает от 1937 года. Вот. А вообще, если немножко сказать о контексте, то, видимо, сами пушкинские какие-то торжества начались с 1880 года, но тогда они были связаны с днем рождения, с приуроченным днем рождения ближе, связаны с открытием памятника. Вторые такие масштабные какие-то торжества 1899 год, ну это вот столетие со дня рождения. И кажется, что 21-й это вот такая третья крупная дата, когда уже внимание перенесли на день смерти Пушкина. Вот. Что потом реализовалось в 37-м году, причем не только в Советском Союзе, но и за рубежом, потому что параллельно с Всесоюзным комитетом был еще и такой Пушкинский комитет в Париже, который тоже проводили свои дни памяти Пушкина в 37-м году. Причем, что интересно, свои торжества они проводили тоже 11 февраля. Возможно, в этом было некое тоже противопоставление официальной дате 10 февраля. Вот. Кроме того, в комитет 37-го года парижский входили как минимум трое участников вот этих пушкинских дней 21-го года, поэтому, может быть, в этом есть тоже такая преемственность. Ну, поскольку многие эмигрировали после, ну, вот вскоре после этих событий 21-го года. Вот. Удается открыть демонстрацию? Да, вот на самой главной странице, да, там просто представлена афиша этих пушкинских дней. И, глядя на нее, удобно составить впечатление о хронологии и о масштабе. Хотя на этой афише отражены не все события. Некоторые они рождались потом стихийно. Вот. Значит, вокруг этой даты, да, 9 февраля лекция «Дуэли смерти Пушкина», 11-го торжественное собрание. Торжественное собрание памяти Пушкина – это вот центральное событие, куда были приглашены вот самые такие вот литературно значимые, научно значимые люди того времени. Кажется, около 200 человек, может быть, даже больше там присутствовало. И там потом в разделе с участниками увидим, что это за люди. Вот. И параллельно с торжественным собранием проходила выставка, посвященная книгам, книжной графике и последним изданным книгам, связанным с Пушкиным. Вот. Потом 13 февраля камерный концерт Пушкина в музыке. Вот. 14 февраля Пушкинский вечер. Эти события часто как-то сливаются вместе, торжественное собрание и Пушкинский вечер. То есть обычно принято, что это был как бы некий один такой вечер, где выступали и Блока, и Ходосевич. Но на самом деле нет. Ходосевич 11-го не выступал, он выступал 14-го, потому что очень-очень трогательный момент в воспоминании Мады Анашковича, что на панихиде 11 февраля тоже присутствовал Ходосевич, но он был не выспавшийся. А в своих воспоминаниях он пишет, что не успел подготовить речь к 11-му, должен был читать речь, но отказался, потому что не успел. Скорее всего, он всю ночь ее пытался написать, в итоге все равно не успел, и вот читал только 14-го февраля. Вот. И потом вот еще тут несколько лекций. Лекция Кони 17 февраля. Но Пушкинский вечер, как я уже сказал, имел такой успех, что как минимум дважды еще был повторен в другие даты. Последний раз, кажется, 26 февраля. Афиша этого не отражено. Вот. Значит, рубрикация... А, ну если пролистать чуть-чуть вниз, то здесь просто вот вниз. Вот. То будет видно просто... Лучше подписано, лучше читается, что и что. Если еще ниже, то там будет билет, один из билетов, в данном случае билет Корнею Чуковскому, где вот приглашается он на этот Пушкинский вечер. Вот, в разделе «Участники», или что там у нас? Да, вот здесь перечислено, кто был на этом вечере. Ну, сначала такие основные действующие лица. А ниже очень интересный документ из Ахматовой в Фонтанном доме. Это подписные листы. То есть после торжественного вот этого собрания его участники
оставили свои подписи в знак того, что вот они там были, и тоже как бы поддерживают декларацию о ежегодных торжествах памяти Пушкина. Это ниже будут эти подписные листы. Вот они. И приводится, тут около 190 подписей. И приводятся ниже расшифровки, расшифровки не всех, к сожалению, удалось расшифровать. Вот эта расшифровка сделана на основе работы такой исследовательской конференции «Музей открывает фонды», который проводит музей Анны Ахматовой. Вот здесь, значит, перечислено где-то две трети вообще, кто был на этих вечерах. Вот, кроме того, что там весь цвет такой литературного Петербурга, там еще очень много ученых, литературоведов, пушкинистов. В общем-то, почти все, наверное, кто занимался Пушкиным и смог прийти, были на этом собрании. Вот. Один из, наверное, самых интересных разделов – это воспоминания, там вот наверху. Они сгруппированы по хронологическому принципу. Можно переключить в верхней части, в черненькой, воспоминания. Вот, тут краткая такая вот хронология, а дальше просто по этой хронологии разбит, если листать вниз, весь ход этих событий из дневников, воспоминаний и писем и прочее. То есть вот здесь все, как это происходило, все это рассказывается глазами очевидцев. Вот, в разделе речи приведены пока что не все, но со временем сайт будет обновляться, дополняться, приведены какие-то вот основные речи, читавшиеся на этих днях 11 и 14, и потом они повторялись еще несколько раз. Вот. И в правой части вот раздел «Петербург в 21 году», это просто ради некой атмосферы и такого духа времени. Здесь приводится гравюра Добужинского «Петербург в 21 году», просто потому что они очень ярко отражают это время. Так, как бы помогают погрузиться в атмосферу этих событий. Вот. Наверное, это всем более-менее известный цикл, просто он здесь приведен ради атмосферы и духа времени. Вот вкратце, пожалуй, что хотелось рассказать. И давайте тогда перейдем, может быть, к следующей части, либо послушаем вопросы, если вдруг они есть. Предложили задавать вопросы. Может быть, если разрешите, я спрошу. Не совсем впрямую относящиеся, но просто нам интересно. Меня зовут Павел Крючков, сотрудник Дома-музея Корнея Чуковского. Мы видели, что в сообщениях об этом проекте в интернете как-то понятно, что люди, которые им занимаются, связаны с кинематографом, с режиссурой, и так дальше. Как хотелось бы понять, почему вы этим занялись, почему вас привлекла, конкретно вас, Юрий, почему привлекла эта история? Мы не были на предыдущем мероприятии в доме Пастернака. Чем она вас именно заинтересовала? Вот именно этот сюжет, связанный с Пушкинскими днями 21 года. Потому что проработано огромное пространство литературное, и так хочется думать, что обычно такими вещами занимаются литературоведы, историки литературы. Почему эта вас история зацепила, вы стали это прорабатывать? Да, абсолютно случайно. То есть здесь повторяется та же самая история, как словами Эхенбаума, что он, правда, говорит не случайно, хотя и внезапно, но кажется, что все-таки это он таким образом объясняет себе, почему эта случайная тема их всех тогда взволновала. Вот, совершенно случайно. То есть, работая над сценарием к мультфильму по воспоминаниям Ирины Адоевцевой, работая с этими воспоминаниями, очень ярко зацепил именно эпизод этих пушкинских вечеров. А потом, прорабатывая материал вокруг, вдруг оказалось, что он зацепил просто всех, кто только там был. И в воспоминаниях Ходосевича, там и Чуковского, то есть вокруг, случайно оказывается, что для них это всех становится таким вот перекрестным каким-то вот моментом, который они почему-то произвел на них очень сильное впечатление. И просто очень стал интересен вопрос, почему. Во-вторых, удивил сама вот
сама необязательность. И, то есть вот вдруг ни с того ни с сего люди организовали эти вечера. Что это? Почему так это произошло? Да? Вот. И дальше это просто стало происходить как некая такая засасывающая воронка, потому что в поиске ответов на эти вопросы стало очень интересно поднять максимально массив того, что есть вокруг. Вот. И постепенно это и возникло. Думаю, не знаю, что еще прибавить. Спасибо. Нет, замечательно. И вообще я должен сказать, что меня, как просто пользователя, читателя, не только музейного работника, это восхищает, то, что вы этим занялись, просто низкий вам поклон, потому что это редко бывает. Все-таки, как я понял, вы и ваши коллеги не впрямую работаете в литературе, да? Да. И вот в этом отношении это, конечно, очень здорово. Наш герой Корнилиус, Корней Иванович, был бы рад и счастлив узнать, что есть такие в России люди, которые... для которых литература, литературоведение, история литературы не является прямой профессией, но при этом они переживают литературу как кровное, близкое, свое и Пушкина. Это замечательно. Спасибо за ответ на мой вопрос. Ну и еще, может быть, дополнительно можно сказать, что это событие оказалось очень удобным для понимания тех людей, которые в нем участвовали. В частности, например, именно из этой точки панихиды очень интересно раскрывается вообще творчество Мандельштама, его судьба. То есть часто нужно найти какой-то удачный, удобный вход в ту или иную тему. Оно оказывается таким вот сгустком, откуда удобно перейти к чему угодно. И дальше пройти туда и к Пушкину, и к пушкинской теме. Вот, то есть как некий такой узловой момент, связывающий вот эти разные время и отдельная тема, видимо, время открытия памятника, время Достоевского, но это отдельный разговор. Как бы сейчас про него нету. Ну, то есть это как бы как машина времени, да? Один из таких важных пунктов в этой машине времени вот эти вечера. И поэтому казалось, что если как-то внятно их изложить, вот сейчас вот в виде сайта, например, то просто удобно будет перемещаться в этих временах. Вы знаете, я специально, Юрий, дорогой, я специально как-то не готовился к тому, чтобы рассказывать что-то о Корнее Ивановиче здесь. Мне было, может быть, проще ответить на какие-то вопросы. Для меня самого больше вопросов, чем ответов, потому что твердо я не понимаю, скажем, почему он не принимал прямого участия в Пушкинских днях, а присутствовал там исключительно как зритель. Надо сказать, что вообще, конечно, его дневник, посвященный 21-му году, это особый дневник и особая такая, особая страница его судьбы, сопряженная с судьбой, тогдашней судьбой литературы нашей и вообще исторической судьбы. В этом году случилось много и величественного, и страшного для него. В его собственной литературной судьбе, я повторюсь, да, но этот год убийства Гумилева, смерти Блока. Это важные были, особенно Блок для чуковского «Люди». Это год, когда вышел альманах «Дом искусств», где он был соредактором Корней Иванович. Работы у него в этот год было очень много. А что касается темы, скажем, Пушкина, Чуковский, это отдельная тема. Но вы знаете, я себя чувствую несколько стесненно здесь, потому что в нашем разговоре принимает участие доктор наук Анна Юрьевна. И она должна вообще говорить, а не люди без званий литературных, после каких-то этих ученых степеней. Поэтому мне было бы проще ответить на вопрос. Я могу только сказать одно, что в жизни Корнея Ивановича Пушкин был такой, знаете, неприкасаемой величиной, если угодно. У него нет ни одной специальной работы о Пушкине, при том, что он занимался историей литературы, литературоведением, литературной критикой довольно много. Но есть внутри его исследования «Мастерство Некрасова» такая глава Пушкина Некрасов, которая вызвала большие споры, и об этом подробно писал исследователь Некрасова этой темы, покойный Мельгунов. Было у него стихотворение взрослое, в котором Пушкин один из персонажей. Пушкин незримо участвует, слово «участвует» в кавычках, конечно, в написании многих его научных книг, которые кажутся публике просветительскими, начиная от 2 до 5 и кончая книгой
о русском языке и «Живой как жизнь». Корней Иванович написал две поэмы в молодости. Одна называлась «Сегодняшний Евгений Онегин», другая «Нынешний Евгений Онегин», когда еще жил в Одессе. Пушкин постоянно был в его судьбе на самом деле. И я вот когда думал о вашем проекте, я подумал, что Корней Иванович своей литературной судьбой после 21 года во многом участвовал до самой смерти, да и сейчас продолжает участвовать в этих самых пушкинских днях начала 20-х. Только вот он был тогда в зале, а на самом деле они же продолжаются, эти пушкинские дни, по большому счету, правда ведь, можно же так сказать. Самое для меня замечательное его участие в пушкинской теме — это то, что в 68 году, за год до своей кончины, Чуковский составил для старшеклассников книгу стихов Александра Пушкина. Он не решился писать к ней предисловие, как хотел издательство, сказав, что я не сошел еще с ума, когда писать предисловие к Пушкину, и взял отрывки из статьи Гоголя. Книга эта, составленная Чуковским, как и книга его же стихов Блока в этой же серии «Библиотечка школьника», к сожалению, до сих пор не переиздана. Мы об этом говорили много раз, в том числе и здесь, в доме Бориса Пастернака. Это очень обидно и жалко, так что есть куда рости. Я хочу сказать вам, что Корней Иванович на вашем сайте, в этом проекте представлен чрезвычайно достойно. Все цитаты выбраны очень бережно, очень точно. Вот эта самая Вересаевская линия, такая «Труды и дни этих дней», она вообще мне очень понравилась, она замечательна. Единственное, может быть, мое пожелание, чуть такое пользовательское, оно такое. Там, когда вы расшифровываете вот этих людей, которые расписывались на этих листах Пушкинского дома, да, там про каждого литератора даны такие справочки маленькие, биографические. Вот, может быть, это единственное поле, в котором еще можно поработать. Они немножко противоречат друг другу. У них нет, мне кажется, что их лучше было бы сделать в одном общем таком, каком-то модуле. Иначе возникает... Ну вот посмотрите просто, как представлен там тот же Блок про Чуковского. Например, про Чуковского написано, что он исследователь Достоевского. Он не был исследователем Достоевского совершенно, хотя написал о нем две работы. Но когда это имя Достоевского стоит рядом с именами Чехова, Некрасова, это довольно странно. Но это мелочь. Это я говорю просто потому, что Чуковский. Посмотрите, как там представлен Блок или секретарь всемирной литературы Сутюгин и Кюнер. То есть там такие, там есть еще, мне кажется, поле для работы. Мне кажется, что эти справки могут быть более емкими и по какому-то, я повторяю, единому, может быть, модулю сооружены. Вот я почувствовал, что там есть место для работы. А в целом проект великолепный, замечательный, и большое вам за него спасибо. Поскольку я, наверное, все-таки должен что-то еще говорить на тему Чуковский и Пушкин, я вам прочитаю стихотворение, хотя это немножко для нашей высоколобовой дискуссии будет странно, но я, тем не менее, это сделаю. В 1945 году Корней Иванович написал такое очень редкое для себя стишок взрослый, который, ну, вообще говоря, он сделал как запись в дневнике. К тому времени уже многих главных участников пушкинских дней не было на свете. Так что будем считать, что это такой постскриптум. Он шел по Тверской улице, по улице Горького, мимо памятника Пушкину. Был в очень плохом состоянии духа. Его военную сказку вырубили в газете «Правда» перед этим. Вообще дела шли плохо, по разным мнениям, его литературной судьбы. И он увидел, как около памятника Пушкина играют дети с няньками и мамками. И что-то в его душе встрепенулось, он пришел домой и записал такой текст. «Никогда я не знал, что так весело быть стариком. С каждым днем мои мысли светлее и светлее. Возле милого Пушкина здесь, на осеннем Тверском, я с прощальной жадностью долго смотрю на детей. И усталого, старого тешит меня бесконечная их беготня и возня. Да к чему бы и жить нам на этой планете, в круговороте кровавых столетий, когда бы не они, не вот эти глазастые звонкие дети, которые здесь, на моем грустном осеннем Тверском, бездумно летят от веселья к веселью, кружась разноцветной своей каруселью, в беспамятстве счастья навстречу векам, каких никогда не видать старикам». Это стихотворение было напечатано при его жизни с выброшенной строчкой «В круговороте кровавых столетий», которую он яростно списал
прямо в текст. Ну вот, пожалуй, здесь я остановлюсь. Еще раз благодарю вас за вашу замечательную работу, Юрий. Спасибо большое. Спасибо. Может быть, Анна Юрьевна? Да. Спасибо. Вот Павел Михайлович сразу сказал, что вот тут есть доктор наук, который сейчас вам расскажет обо всем. Обо всем я, конечно, не расскажу. Тем более, что мой герой, которым я занимаюсь вот уже скоро 25 лет, отсутствовал на этих пушкинских днях, потому что он был москвич, и в Петроград не приехал. И поэтому я буду говорить о человеке, который, о поэте, который меня очень интересует и которым я немножко тоже занимаюсь, но очень немножко, поэтому те сведения, которые я сейчас расскажу, они, в общем, из разряда «само интересно». Ну, прежде всего, да, вот сейчас уже прозвучало это, и это совершенно справедливо, что эти пушкинские дни были таким, в общем, ну, сказать, финальным аккордом той русской культуры, которая существовала еще до 17-го года, которая в этот момент уже воспринималась как старая русская культура. Действительно, после этого следует август, да, и в августе мы знаем, какие два страшные события происходят, гибель Гумилева и смерть Блока, и примерно в это же время начинается такой массовый отъезд русских поэтов и писателей за границу, и вот Владислав Фелицианович Ходосевич, который выступает на этих пушкинских днях, он тоже в 22-м году, в начале 22-го года уже эмигрирует. Ну, собственно, он уезжал, не думая, что он эмигрирует, как и многие другие, да, уезжал на время, но впоследствии это стало эмиграцией. К 25-му году он уже отчетливо понимал, что обратно он не вернется. Ну, вот я, собственно, и поговорю о том, как Ходосевич смотрел на Пушкина. Ну, я немножко выстрою такую линию, которая начнется вот в этот момент. Это не искусственное такое построение, а это действительно так. Такая отправная точка для Ходосевича в пушкинскую тему действительно была вот на этих пушкинских днях, вот эта речь, которую, очевидно, он писал ночью, да, и никак не мог закончить, она была для него очень важна, это программная для него речь. И оттолкнувшись от пушкинской темы вот тогда, в 21-м году, он ее еще потом продолжает в эмиграции. Ну и потом это все доходит до 30-х годов, сейчас я тоже немножко об этом скажу. Значит, если я чуть-чуть остановлюсь на содержании «Колебленного треножника», не буду, конечно, пересказывать эту статью, но какие-то такие опорные вещи я скажу, чтобы понять, какая была, собственно, идея Ходосевича. Значит, в этой статье он говорит преимущественно о том, что, ну, описывая, да, какой прекрасный Пушкин, какой у него там изобилие, как можно так или сяк повернуть его произведение, увидеть его с разных сторон, такая стереоскопичность Пушкина. И потом он переходит к тому, как воспринимают Пушкина в современности, ну, в той современности 21-го года. И тут он произносит вещь, которая, как мне кажется, чрезвычайно актуальна и сегодня. Он говорит, вот 17-й год, он обозначил такой разрыв в культуре, все изменилось, все стало другим, у нас теперь другой уклад жизни, другой быт, мы носим другую одежду, да, ну и так далее. И та пропасть, которая разделяет нашу эпоху с пушкинской, она увеличилась. И для того, чтобы понять сейчас Пушкина, людям, новому поколению, требуется гораздо больше усилий, чем нашему поколению, ну, поколению вот Ходосевича. И это время, вот наступившее после революции, он называет затмением Пушкина. Ну, как мы видим, это солнечная, солярная символика, она присутствует у разных авторов. Вот, ну, понятно, что это все восходит к известной фразе Жуковского. И да, вот затмение этого солнца происходит на наших глазах. Я хочу прочитать цитату из этой статьи. Он говорит: «Уже многие не слышат Пушкина, как мы его слышим, потому что от грохота последних 6 лет стали они туговаты на ухо.
Чувства Пушкина приходится им переводить на язык своих ощущений, притупленных раздирающими драмами кинематографа. Словарь его воспринимается как архаический словарь, и уже говорят о том, что самое главное в творчестве Пушкина – это гладкость формы, отрывая это, конечно, от содержания. В общем, Пушкин попросту устарел к этому времени. И как потом будет Ходатевич говорить, что все это сказано специально эзоповым языком, потому что понятно, что какие-то критические высказывания в адрес революции и послереволюционной действительности были невозможны. Конечно, это мысль о том, что революция разрушила образ Пушкина, пушкинский мир вообще, здесь проходит. И вот да, он заканчивает статью очень оптимистично. Он говорит о том, что Пушкин возродится не подражать ему будут, да, но, очевидно, это время пройдет, и наступит время воскрешения, восхождения пушкинского солнца. И заканчивается статья такой знаменитой фразой, которая впоследствии будет много раз повторяться и самим Ходатевичем, и другими людьми. Он говорит следующее, он говорит: мы уславливаемся, да, значит, наше желание сделать день смерти Пушкина днем всенародного празднования отчасти, мне думается, подсказано таким предчувствием. Это мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке. Вот это имя Пушкина, как Блок сказал, да, веселое и легкое имя Пушкина, которым будут аукаться и перекликаться люди сходного мироощущения, единомышленники, те люди, у которых много общего, да, те люди, которые являются носителями и хранителями культуры. Надвигающийся мрак, да, вот это время страшное, которое Ходатевич предчувствует, и, собственно, от которого он бежит и спасается в 22-м году. Вот с этой, собственно, статьи начинается его восхождение к Пушкину. И начинается оно с этой главной мысли, да, что Пушкин – это центр старой русской культуры, который притягивает к себе все остальное. Просто буквально вслед за вот этой речью «Колеблемый треножник» он пишет еще одну статью, которая называется, ну, это статья, эссе скорее, «Окно на Невский». И это эссе тоже посвящено Пушкину. Это начало 22-го года, еще до отъезда за границу. И в этой статье он говорит больше о литературе и о той роли, которую Пушкин играл в литературе. То есть это более узкая тема. Он говорит о том, что Пушкин коренным образом изменил отношение поэта или писателя к своей функции. Что литература после Пушкина перестала быть просто литературой. Она стала высшим духовным подвигом, она стала такой жертвой, которую поэт приносит человечеству. Да, он говорил, что Пушкин первый завещал русскому поэту роковую связь между его личностью, его личной судьбой и его творчеством. Что что поэт или писатель, он не может быть уже просто человеком, да, он несет на себе гигантский груз ответственности. И дальше он сказал, что эту связь Пушкин закрепил своей кровью. Поэтому каждый писатель и каждый поэт, он должен соизмерять, да, свои силы, насколько он может следовать по этому пути. Значит, да, Пушкин становится таким мерилом творческого дарования, художественного дарования, творческой судьбы писателя, его призвания. И еще одна такая центральная статья в этом смысле пишется Ходатевичем уже в эмиграции в 1927 году. Эта статья называется «Бесы».
Ну, понятно, опять же, по известному пушкинскому стихотворению название. И в этой статье Ходасевич реагирует очень так эмоционально и ярко на одно высказывание своего товарища по эмиграции, своего коллеги, тоже литературного критика Адамовича. В одной из своих статей Адамович похвалил Пастернака. В это время вышла пастернаковская поэма «Лейтенант Шмидт», и на нее много было очень отзывов и в Советской России, и в эмиграции. И Адамович посмел написать, ну, такой более-менее положительный отзыв. Нельзя сказать, что он был такой прям целиком положительный и восхищенный. Но в нем были такие примиренческие нотки. И он сказал, что, может быть, действительно сейчас время другое. Язык Пушкина, ну, слегка он устарел. Да, у Пастернака мироощущение ничуть не уже, чем у Пушкина. И он просто ищет новые языковые средства. Этот пассаж взбесил Ходасевича. Взбесил потому, что Ходасевич давно имел зуб на Пастернака, и ему активно не нравилось, что Пастернак делает и как он пишет. Он связывал Пастернака с футуризмом, ненавидимым им. И вот такая похвала из уст Адамовича, она была для Ходасевича совершенно невозможной, в особенности от этого вот сравнения с Пушкиным. И Ходасевич раздражается такой очень страстной статьей «Бесы», где он окончательно формирует уже свою концепцию с Пушкиным в центре этой концепции. Значит, он говорит следующее. Он говорит, что Пушкин, он делает такое сравнение, что Пушкин в литературе играл такую же роль, как Екатерина или Петр в истории России. Петр или Екатерина. Что это за роли, что это за дело, которое он делал? Значит, он пишет, что это дело закладывания основ, собирания и созидания. Он собирающая сила, то есть он как магнит притягивает к себе всю русскую культуру. Это такое средоточие культуры. Как он говорит, что это сила центростремительная. И свою собственную роль Ходасевич соотносит с ролью Пушкина. То есть вот эта вся, вот этот пассаж о значении Пушкина в литературе как значение там, Петра Первого в истории, этот пассаж относится, безусловно, и к нему самому. Это он сам себя считает таким Пушкиным в эмиграции, который сосредотачивает вокруг себя всю русскую культуру. Это он ее стягивает к себе. Это вообще характерно для эмиграции, потому что для русской эмиграции того времени, я имею в виду, потому что эмигрировавшие русские поэты и писатели, они были очень консервативных взглядов на литературу. И они считали своей главной функцией, функцию охранительную и сохранительную. Да? Они должны были сохранить в неприкосновенности русскую традицию, русский язык, русские ценности, которые вот там в Советской России уже все это было утрачено. И Ходасевич, ну, чувствует себя как бы во главе этого движения. Он и есть этот самый Пушкин современности, который вокруг себя все центрирует. Этому он противопоставляет то, что делается в Советской России. Он говорит о пастернаках с маленькой буквы. Это становится нарицательное имя. Эти пастернаки – это и есть бесы, которые разваливают здания, построенные Пушкиным. Они чувствуют, они, как он говорит, они слышат звук разваливающихся конструкций, и они воспевают этот развал разваливающимися стихами. То есть, да, вот это те, которые уничтожают пушкинскую поэтику, уничтожают пушкинскую чистоту, ну, фактически уничтожают стройный, гармоничный, прекрасный мир, созданный Пушкиным. И стилистика Ходасевича, в которой он пишет, она, в общем, пушкинская стилистика. Да? Когда мы смотрим на стихотворения Ходасевича, мы видим в них отчетливый отклик поэзии Золотого века. Там не только Пушкин, многие другие еще поэты присутствуют. И он пытается писать вот этим классическим стихом,
о современности, которая, казалось бы, этому стиху не очень сродственна, да, не очень она поддается. И, может быть, в этом причина, что Ходасевич остался в такой изоляции, в эмиграции. Он не занял того места, на которое он претендовал. И читателей-то у него особенно не было. И почитателей было очень мало. То есть вот такое, да, стремление писать под Пушкина, как Пушкин, оно его вывело на такую, в такую степень элитарности, что, в общем, он остался один и вынужден был закончить таким поэтическим молчанием, потому что к концу 20-х годов он, собственно, перестает писать стихи. Да, это вот то, что касается его теории, его концепции, того, как он видел Пушкина и себя на фоне Пушкина, того, как он видел вообще поэзию современную на фоне Пушкина. Тут была, конечно, еще и личное преклонение и личное восхищение перед Пушкиным. Известен факт, об этом пишет Берберова в своих воспоминаниях, жена Ходасевича в то время, о том, что Ходасевич, когда они уезжали, он взял с собой очень мало вещей, но главный груз составляло восьмитомное собрание Пушкина, которое было любимым у Ходасевича, очень известное в то время собрание венгеровское. И вот эти книжечки он взял с собой, и они стояли у него в его квартирах в разных, которые он менял в эмиграции до самой смерти. И вот последнее прощание с Ходасевичем, которое Берберова вспоминает, она пишет, что вот она уходила уже из его комнаты и бросила взгляд на полку, и на ней стояло то самое собрание сочинений, с которым он уезжал тогда из Петербурга, из Москвы они уезжали. И это собрание сочинений попало в стихи Ходасевича. Он знаменитое стихотворение, да, он рассказывает свою такую о своем происхождении, и там звучат такие слова: «России пасынок, а Польши не знаю сам, кто Польша я, но 8 томиков, не больше, и в них вся родина моя. Вам под Ермоль подставить выю или жить в изгнании, в тоске, а я с собой свою Россию в дорожном увожу мешке. Вам нужен прах отчизны грубый, а я, где б ни был, шепчут мне арабские святые губы о небывалой старине». Родина, да, вот его родина – это не какая-то земля, а это вот 8 томиков собрания сочинений Пушкина, которые он увозит с собой. К концу 20-х годов Ходасевич задумывает писать биографию Пушкина. Ну, вы все знаете, конечно, что он автор замечательнейшей совершенно биографии Державина. И вот эта исследовательская работа, которая, видимо, была ему очень по сердцу и по плечу, он начинает ее проводить над материалами, связанными с Пушкиным, и соревнуется в этом смысле с крупнейшими пушкинистами эпохи, в частности, вот с Павлом Елисеевичем Щеголевым, который тоже участвует в этих пушкинских днях. У них там прямо такие дебаты разворачивались, и споры относительно разных элементов биографии Пушкина, иногда очень смешные. Ходасевич ошибался, признавал правоту своего соперника. Иногда наоборот, Ходасевич был прав. Ну, в общем, выступал действительно как такой исследователь. Но к началу 30-х годов он оставил этот замысел. Он ему показался слишком глобальным, слишком большим. У него возникло ощущение, что у него не хватает сил на то, чтобы это исполнить. И биография Пушкина осталась так и не написана Ходасевичем. Наверное, все, что я могу рассказать сейчас, чтобы не превращать это все в бесконечную лекцию. И давайте я закончу последнее стихотворение Ходасевича, которое называется «Петербург», которое было написано уже об эмиграции. И вот он там говорит о своей роли. Да? Он говорит, я прочитаю последнее четверостишье. «И каждый стих, гоня сквозь прозу, вывихивая каждую строку,
привил таки классическую розу к советскому дичку. Вот, да, прививка классической поэзии, прививка Пушкина, вот он считал, что он, это была его миссия, и он ее осуществил. Спасибо. Спасибо огромное. Юр, хотите что-то еще подвести какую-то черту? Спросить нас еще о чем-нибудь? Юра? Да-да, ну, не знаю, какую подвести черту. Может быть, у кого-то есть вопросы, тогда можно на них поотвечать. А знаете что, я хотела бы понять судьбу этого сайта. Он появится когда, как, в каких обстоятельствах? Будет он еще как-то расти, пополняться, как-то жить? Потому что ведь просто сайт не сайт и сайт. Mm-hmm. Что с ним, что его ждет? И еще я хотела задать вопрос по поводу фильма, да? Можно mm-hmm. уже его сегодня сделать, да? Можно как-то его прононсировать, что-то сказать? Да, да. Сайт, все, он есть, и просто вот он есть. То есть, ну, вот, разумеется, он дальше будет пополняться, и там будут появляться новые разделы, ну, уточняться и так далее, потому что материалов масса. То есть там полностью сейчас еще вообще не разработан раздел публикации, куда... планируется просто выложить блок статей и исследований вокруг этой темы. Он очень обширный, поэтому сейчас просто не успели это подготовить. Вот. Кроме того, да, отчасти из этого сайта вырастает мультфильм, который появится, ну, я очень надеюсь, 14 числа, в воскресенье. Вот. И таким образом сейчас мы действительно как бы делаем вот... Ну, пушкинские дни, в плане, что 11 числа сегодня, 14 числа, как было 100 лет назад, вот, пушкинский вечер 14 числа. Сейчас, значит, вот, условно говоря, мы вокруг Москвы. 14 числа это будет на площадке музея Ахматовой в Фонтанном доме, ну, тоже онлайн. Вот, и там будет разговор о Блоке и его роли в этих событиях. Ну, об Ане Ахматовой, конечно же. Вот, интересная перекличка с этим замечательным стихотворением Чуковского, с темой «Пушкин, дети, памятник», да, вот это великолепное ахматовское, как эссе или что «Пушкин и дети», вот, очень, очень сильно напомнило, то есть как эта пушкинская тема в 1937 году получает еще даже... Ну, альтернативно еще третье какое-то звучание, помимо вот официальной этой темы, потом иммигрантской, да, есть какая-то еще такая очень маленькая, тихая история вокруг этого памятника Пушкину в Петербурге, описанная в этом эссе. Вот, так что там будет разговор еще об Ахматовой и премьера этого мультфильма. Просят дать ссылку на сайт. Может быть, проще всего будет выложить его просто на странице, в том числе Дом-музея, да, чтобы желающие... Вот, а я как там... раз это хотела предложить вам. Отлично, это я отлично. Как раз и хотела предложить, потому что это логично, и вы начали с нас, ну и пусть это дальше продолжается. Мы с удовольствием. И фильм потом хотелось бы показать, и все это мы можем делать, и прекрасно, площадка есть. Замечательно. Вот. А кроме того, сейчас тоже как бы пушкинские дни отчасти стихийно по факту и так сложились, не запланировано. Хотя, наверное, это ну, именно потому, что просто разные люди одновременно чувствуют эту необходимость, просто так не называют, потому что примерно в те же даты, вот сейчас буквально за несколько дней до этого, начался прекрасный новый сезон семинара Романа Лейбова и Олега Ликманова, где сильные тексты, да, ведь вот они только что там разбирали стихотворение «Осень», а сейчас на днях у них будет посвящено все стихотворению Михаила Кузьмина, то есть все эти герои сейчас снова в эти даты возвращаются, музей Ахматовой сейчас делает целый сериал, они публикуют серии, там, чуть ли не через день, да, на тему Ахматовой, Пушкин, и вот 14 числа будет презентация, премьера мультфильма, вот. Ну и потом, возможно, что-то еще придумаем. Постепенно все это будем обновлять. Ну, спасибо огромное. Ну, в общем, наша помощь вам обеспечена.
Уважаемый Юрий, я еще такую реплику или вопрос задам. У нас есть работа, такое просветительское, компилятивное, но, по-моему, достаточно добросовестное эссе 5-летней давности на Пушкинской конференции, я его представлял, «Чуковский читатель Пушкина». И там, в частности, вот и об этом во всем тоже есть. Если хотите, я просто его пришлю. Может быть, оно пригодится. Да, спасибо большое. Хорошо. Дорогие друзья, хочу поблагодарить вас за этот прекрасный вечер. Меня зовут Сергей Агапов, я сотрудник музея Чуковского. Вот. И, знаете, как-то здесь, на этой холодной веранде, как-то нам удалось, очевидно, проникнуться духом этого 21-го года, февральских дней, потому что мы чуть-чуть подзамерзли. Это очень важно и замечательно, то, что мы сегодня слушали, то, что мы обсуждали, потому что естественно, что поэты, писатели, которые пережили страшную трагедию 1917 года, окунулись в разгул полицейщины, как говорил Блок, в этого режима, когда всякую духовность начали давить, душить, обратились именно к Пушкину. Конечно, обратились не потому, что было некое затмение Пушкина. Я думаю, тут было затмение не Пушкина, а затмение идей либерально-просветительской эпохи. Потому что многие поколения писателей, поэтов говорили об освобождении народа, о необыкновенном расцвете культуры, и вдруг встретились с ужасающим явлением диктатуры и полицейщины. И Пушкин – это как бы спасительная соломинка для всех был. И именно дни смерти, я считаю, не просто они выбрали дни смерти Пушкина, потому что Пушкин именно своей смертью дал толчок жизни, наоборот. Жизни не только своим произведением, а жизни, утверждение жизни. Вот смерть Пушкина для меня – это утверждение жизни. Все его поэзии, как бы она поднялась, поэзия перед нами, жизнеутверждающая поэзия. И поэтому дни смерти Пушкина для нас, естественно, дни жизнеутверждающие. Конечно, Пушкин для всех это было убежище, прибежище, как бы тайная свобода. Мне кажется, не зря, что Юрий упомянул 37-й год, в эти страшные дни, когда полицейщина продолжала свой разгул, люди обратились именно к Пушкину. Это тоже не зря, и пример яркий Анна Андреевна Ахматова, которая просто проникалась Пушкиным, питалась, какие-то живительные соки от Пушкина получала. И даже, ну, я постарше многих присутствующих, я помню разгул полицейщины последних лет Советского Союза. Когда люди, протестуя то же самое против произвола, арестов, незаконных судебных преследований, именно собирались около памятника Пушкина. Это были дни, день Конституции, и я видел, как людей хватали, били и отправляли тюрьму за это. Так что Пушкин, будем надеяться, и дальше нам будет помогать в непростые ситуации нашей страны, и люди будут тянуться именно к Пушкину, надеясь, что вот эта жизненная как бы сила Пушкина поможет нам всегда во все наши трудные времена. Вот спасибо вам огромное за этот вечер. Спасибо. Огромное спасибо, Сергей, дорогой мой, за эти слова. На самом деле они как бы нас каким-то образом акцентируют смысл нашей сегодняшней встречи. Это правда очень здорово. Мне кажется, что не все просто так происходит. И тем более, что нам всегда хотелось поговорить о гибели, о смерти Пушкина, но это событие в нашем музее всегда затмевалось другим событием, потому что Пастернак умудрился родиться в день смерти Пушкина.
Вот. И кажется, это казалось странным, да, совмещать такие два, ну, а как сейчас мы понимаем, не противоположных событий. Вот благодаря этому удивительному проекту, который затеяли ребята на школе, мы понимаем, что в смерти Пушкина тоже можно черпать какую-то удивительную силу, и это тоже есть жизнь. Или, как говорил Борис Леонидович, смерти нет, да? Нет ее, просто нет. Огромное всем спасибо. Юр, может быть, вы просто поставите какую-то точку красивую, а мы уже все вас с огромным удовольствием поблагодарили и будем продолжать. Поэтому на сайте, на странице музея Пастернака вы обнаружите все ссылки на сайт, и когда появится фильм, и все это будет у нас тоже, в общем, мы будем дальше продолжать смотреть. Спасибо всем. Да, спасибо, до свидания.